Здравствуйте, дамы и господа. Ну вот и кончается год. Мы провели его довольно весело. Активно угорали над плешивым мошенником. Появилась новая рубрика «Грибные сны». Было записано много Chicken Strike хитов. Особенно жаркой выдалась концовка года, когда наш пациент сначала дико обосрался, исполняя Master of Puppets, а потом попался на прант, после чего сознался, что судит других гитаристов он предвзято и руководствуется эмоциями. Фактически он признал, что на его канале нет правды, а есть только полуправда. Но это все вы знаете, а вот о чем вы, возможно, не знаете, так это о недавнем предновогоднем подарке калориферу от Мухтаров. Не так давно Юра начал сотрудничать с магазином Skiff Music. Как и любой, кто сотрудничает с Юрой, магазин подвергся определенному негативу в свой адрес. Но конкретно в этой ситуации он получил много плохих отзывов на Яндекс.Маркете, оценка магазина упала. Один зловредный Мухтар придумал такой вот флешмоб. Кстати, оставлю ссылку на его канал в описании. После чего основатель магазина предложил, он откажется от покупки рекламы у Калорифера и Блинова. Только удалите плохие отзывы, не топите магазин. Господа Мухтары, вот такой вот поворот. Прям насрали Юре под дверь, да еще и под самый Новый год. Ну ничего, всякое бывает. На этой мажорной ноте хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом, а вас уже больше 6000, ого. Спасибо, что вы здесь. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы. Друзья, сейчас это особенно важно. Пусть новый, 21-й год, станет для вас продуктивным и удачным. Желаю вам находить время не только на дело, но и на творчество. С праздником, дамы и господа! Всем Soul Strong! Самым кончиком.